Что, доброе утро? Последнее утро у нас в Геленджике. Ага, сходим на море, покупаемся и будем выезжать из номера и поедем в Сочи. Ура! Да, нам все пишут. Кстати, комментарии мы читаем сейчас. Настя, он там все сегодня прочитала, да? Да, ну почти все до конца прям не успела дописать. Там потом пришло еще много комментариев. Да, спасибо, что пишете. Нам правда приятно, и мы советы ваши обязательно берем и обрабатываем. И много кто пишет про Сочи, то, что там вам больше понравится. Мы на это очень надеемся. СССР. Когда идешь от моря до своего отеля, ты уже весь потный. Хотя времени еще 10 утра, ты уже весь потный. Сочи. Ну что, поехали? 7 часов ехать. Что-то на ощупь попутала, 247 километров, 7 часов. Друзья, походу тут будет много-много-много всяких дорог непонятных. Плюс будет большая пробка на подъезде к Сочи. Все, уезжаем из Геленджика. Короче, итог. Геленджик неплохой город. Немножко пенсионерный, немножко перенасыщенный народом. Но в принципе здесь симпатично. Здесь прикольный воздух. Не нравится то, что море. Какое море? Здесь просто бухта, и получается оно грязненькое немного. Грязненькое море, и нету волн вообще. Волн почему-то вообще не было сколько. Проще, как будто бы, знаете, взять отель с этим, с бассейном. С бассейном, и все, и у тебя получится намного лучше и покупаться, и в общем все. Короче, то же самое, что купаться в бассейне, в принципе. До этого, получается, когда мы были вчера-то, там хотя бы были волны. Хотя бы это как бы веселило, я не знаю. Первый раз ДПС остановили, но они всех останавливают. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за таблетки? Это не таблетки, это винты. Я футболом играю, перематываю ногу. Не багаж.
он, почему нравится. Мы в Адлере. Я так понял, мы сейчас на второй к морю улице. И первое впечатление прикольное. Тут есть ощущение, что, во-первых, все организовано, как в Геленджике. А во-вторых, все усовременено. Но проблема с этими пробками, где вообще непонятно. В общем, дорогу вы видели, она интересная. Сначала это был серпантин, который меня вообще утомил к концу. Потом трасса. Трассы вот здесь, которые сделаны, тоже видели там со всякими этими. Прикольно вообще. Как с этими называть-то? С туннелями. А, да. С туннелями и так далее. Было интересно. Вот. Ну, чувствуется здесь, конечно же, чувствуется, что бабки вкладывались. Море, да? И пахнет. Почему? И пахнет морем, да, кстати, намного сильнее, чем в Геленджике, да? Да. Еще бы едой пахнет. Еще бы едой, мы так есть. Короче, мы сейчас идем кушать и смотрим уже какие-то отели, выбираем и решаем. А сейчас мы вообще очень сильно хотим есть. Я оставил машину подальше. Насрать. Я решил прогуляться, я устал, у меня уже башка взорвалась. Все, идем кушать и там решать уже будем, куда заезжаем. Вот и все, друзья, мы в Адлере. Вот она обстановка сразу. Это везде такая обстановка, я уже поняла. Обстановка такая везде, Настя говорит, и она уже поняла это. Ну хотя в целом не так, не тут прям. Лучше, да, но здесь галька. 100% прям. Так что сейчас будем искать место, куда заселяемся, и потом уже пойдем погуляем, посмотрим. В принципе, набережная тоже такая выделенная, как у Геленджика. Но чуть-чуть посовременнее. Здесь уже появились какие-то вот типа как эти пальмы. Друзья, мы решили заказать номер на Красной Поляне и сейчас остановиться там. Потому что там цены на порядок дешевле, а нам чисто хочется поспать. Море пока нам не хочется. А вообще море, походу, не хочется, поэтому, ну, в принципе, и нам будет хорошо, там красиво. Завтра мы вам все уже покажем. А на сегодня все. Не знаю, давай покажем номер, хотя бы придем туда, когда покажем. Ну вот, мы едем по трассе сейчас. Да, трасса здесь, конечно, умопомрачительная. Я бы здесь с удовольствием ездил каждый день. Настя вам обещала номер показать. Но не вывезла. Я вам видос укладываю, так что все. Завтра уже и номер, и все остальное. Может, даже на хорошую камеру завтра поснимаю. Всем спокойной ночи. Пока.